Воронеж. Центральный автовокзал, пешеходный надземный переход. Сейчас поближе подъедем. В каком состоянии? Весь измалеван, весь изрисован. На елочке по 60 миллионов у нас есть. Привести в порядок обычный надземный пешеходный переход денег нет или желания нет. Неужели гражданин Гусев со своими помощниками, ездя здесь, через раз не видит, через какую срамоту он ездит? Через какую срамоту ездят гости города, приезжающие к нам? Гости города, уезжающие с центрального автовокзала, любуются вот на вот это дерьмо. По-другому я не назову этот пешеходный переход. Его нельзя назвать вообще пешеходным переходом. Это какая-то мусорка, помойка. Вся измалеванная, изрисованная, грязная. Но исходя из практичности, вы же знали, что он станет грязным. На кой хрен было лепить его из этого куска пластика? Что это? Что это? Вот это, что это? Что это такое? Извиняюсь за тряску, за рулем. Как бы в пробке неудобно. Но тем не менее, и так все понятно. Что это такое? Неужели нельзя это привести в порядок?